Мне подарили интересный премиальный чай. Давайте вскроем, посмотрим. Есть арабский сон. Больше цветочный. Но молочная луна — это мой любимый чай. Розовый чай. Ну, клубника со сливками — это классика. Я тоже ее люблю, но есть чаи повкуснее. Есть сочное яблоко, смотрите. Вот оно какое. Здесь действительно аромат классный, кусочки яблока. И есть шиповник. Инь-янь. Очень тонкий аромат жасмина. Тысяча и одна ночь. Здесь изюм, лепестки розы, чабрец мелисса. Я открывать его не буду, я его пью круглый год. Но это очень полезный чай, успокаивает. Зеленый персиковый. Зелень. И мы видим, действительно есть вот кусочки персика. Вот интересный чай. Гречишный, с шиповником. Аромат необычный, но я думаю, он очень полезный. Нагло нахальный фрукт. Дерзкий аромат у этого чая, у этого наглого нахального фрукта. Вот видите, тут какие фрукты? Тут изюм 100%, кожура шиповника, папайя, арония, каркаде, изюм, ароматизатор. Еще один чай — это персиковый улун. Основа — зеленый чай и кусочки персиковый улун, персик, папайя, наглый восточный фрукт.